Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло От. И сегодня представляем вашему вниманию сухой овсяный скраб. Овсянка давно уже перестала чисто английским блюдом на завтрак. С момента открытия всех его полезных свойств данное растение было замечено косметологами и успешно внедрено в косметические рецептуры по уходу за телом и волосами. Сейчас можно купить множество всевозможных средств на основе овсянки. Косметическое молочко, тоники, маски, скрабы, овсяные хлопья очень популярны и в антивозрастной косметике. Применение овсяного скраба таково. Овсяный порошок прекрасно подойдет для приготовления домашнего скраба. Мелкие частички измельченных хлопьев прекрасно очищают кожу, отшелушивают отмерзшие клетки рогового слоя. После такой процедуры кожа становится упругой и гладкой. Полезные микроэлементы в составе овсяного скраба ухаживают за кожей. Кремний предотвращает первые мимические морщинки и разглаживает кожу. Витамины группы В участвуют в питании и увлажнении кожи. Косметические свойства таковы: обновление, мягкий отшелушивающий эффект, нормализация клеточного обмена, заживление, увлажнение. Косметическое применение таково: молочко и пенка для умывания, скрабы для тела, маска, мыло ручной работы, массажные средства. Вот в таком пакетике мы отправляем овсяный скраб нашим покупателям. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!